Сергей Кулов, художник, иллюстратор, аниматор. Родился в 1975 году в городе Уральск, Западно-Казахстанской области. Закончил художественное графическое отделение Уральского педагогического института имени Александра Сергеевича Пушкина. Поднаторев в композиции, выразительных позах и передаче движения в статичном изображении, Сергей захотел все же увидеть движение своих персонажей не только силой воображения, но и воочию. И увлекся анимацией. Благодаря своим знаниям он довольно быстро влился в индустрию и за 4 года успел поучаствовать в таких крупных проектах, как Сергий Радонежский, Сказочный патруль, Лео и Тиг. Пригодилось и его увлечение боевыми искусствами. Не секрет, что аниматоры делятся на тех, кто хорошо рисует, и на тех, кто не очень. И все же, нужно ли аниматору уметь рисовать? И имеет ли смысл классическое художественное образование для аниматора? Узнаем у Сергея Кулова на вебинаре Animation School.